Массовое ДТП в Ковровском районе на 240-м километре федеральной автодороги М7. По предварительной информации, в результате неблагоприятных погодных условий столкнулись около 20 машин. В результате было затруднено движение в сторону Нижнего Новгорода. Какое-то время оно осуществлялось по одной полосе. Пострадали 2 человека. Медицинская помощь им оказывалась на месте. И просто бесконечная пробка. То есть трасса полностью встала.